Попалась нам задача по перевозке двух спринтеров в исполнении 7 метров, 7-10-1 с фаркопом, вот тот, который серебристый, высотой 2,65. Попытались взять догруз еще вот один маленький Nissan Leaf, 1,56 м, 4,45 габариты. На этой вот, на желтой машине 4,10, что можно было сделать? Ну, давайте разглядим. Передние винты до дна гайка опущена, сделать было нечего. Вот эта штука еще есть куда опускаться задними винтами. Они еще не докручены, ну, может, сантов на 5. Для этого надо было вот данный переездной трапик, который мы используем для того, чтобы въехать передней осью на гидравлический стол. Эти трапики нам вот такую вот дурную службу сыграли. Очень приблизились к брызговикам, поэтому пришлось бы, наверное, вывинтить задний стол. Там еще есть целый метр. Тогда бы, наверное, трапик разместился где-то здесь. Ну, 4,05. Или придушить переднюю подвеску. Ну, короче, здесь 4.00 с высотой 2.65 можно придумать. С новыми машинами хуже, но можно. Если обратиться сюда, 4.40 это, наверное, максимальный размер, который можно подсунуть под такой высокий бус. 7 метров 2.65. Что сделали с бусом? Здесь загрузили его в ямы. Может быть, не так, как хотелось бы. Отверстие ямы, наверное, можно было бы увеличить. Новые покрышки жалко. Отодвинуть этот бус чуть дальше на хвостик, чтобы он стал ниже, а весь стол придвинуть вперед целиком, и весь стол, судя по всему, нет, так руками не получается. Сейчас где-то метр 10, на 50 сантиметров можно было бы придвинуть. Высота у спринтера 4,08. Ну, можно было бы в 4 метра загнать. Можно. Но. Большое но. Общая длина сейчас зашкаливает за 21 метр. Так что в любом случае, если что-то и вести под таким бусом, то максимум, наверное, Клио. Поло, Клио. Вот такие вот дела. Опустить вот это место на пару дырок. Для этого надо, конечно, отогнать. Не получится, у Leaf бампер тогда сядет. Ну, короче, это вот самое оптимальное место. И так как 1,56 м высоты, ну, бус не поместился в 21 метр даже. Второй. Вот такой эксперимент.